Дамир, я столько Прикольная всего такая. заказывала. Ага, вот эта штучка. Хайлайтер тут. Надо сейчас ножнички принести и открыть. Это лучшая опция. Консилер точно такой же, как у... я Консилер. заказывала до этого. Да. Я, правда, подумала, что это другой. А потом смотрю уже в самом заказе и думаю, блин, я еще два одинаковых заказала. Это подводка для глаз. Для век. А это жидкость для ирригатора антикариес с лимончиком. Уже хочу ее испытать. А это что? А это пломбир для губ. Сейчас пойду за ножницами. Стойка. Так, ладно. Давайте проверим, насколько она водостойкая. Проверим, насколько она водостойкая. Я тебе дам, пришел бумагу есть. Совестный. Это сильно нагадывает. Бубу. Да, да, ага. Да, для тебя бумажек набрала. Пооткрывала это все. Так, смотрим. Вот так это все выглядит. Значит, это у нас... Красота. Господи, спаркли вот этот. Это я заказывала в прошлый раз. А вот этот написано Диони. Это я заказала в этот раз. Хотя визуально они абсолютно одинаковые. И даже цвета 0202 и там, и там. Да вроде как цвет чуть-чуть разный, или мне так кажется. Ладно. В общем, это пломбир для увеличения губ. Написано Kiss Beauty. Прекрасный поцелуй. Так. А вот еще спаркли, смотри. А, это типа фирмы разные. Но выглядят они одинаково. Спаркли это фирма, что ли? Вот у меня хайлайтер с клубничкой тоже спаркли. В общем, читала я за этот хайлайтер с клубничкой. Кто-то пишет, пришло совсем все не в форме клубнички. Ну, не знаю. У меня прям клубничка это. И даже пахнет легкий такой нежный аромат клубнички. Ничего не просыпалось, не рассыпалось, не разбилось. Все шикарно. Подводка. Здесь одна сторона. Она, кстати, вот, не стирается. Одна сторона у нее привычная форма, это самое. Она, видимо, делает хвостик у стрелочки. А вторая, так, вот, вот так вот идет, прям тупая такая. Она, потом покажу в пустых баночках. Она, в общем-то, я так понимаю, для того, чтобы делать саму стрелку, то есть не хвостик ее. А по веку вот так вот вести, да? И этот самый, жидкость для ирригатора. Вот такая замечтательная. Сейчас пойдем испытывать ее, да? Концентрат 1:5. Ай, да Бубу, отстань! Вот это не дала пакеты поесть, да? Жизнь ужасна. Ты что, забрал у меня? Да мир!